все на пулы в столовку. Пуляй, столовка. Бурсты ничего не сливаем, ждем сердца. Припоты, соответственно, то же самое. Нужно было ладно успехнуть еще. Зачем? Ну хуй знает. Мак, да если так вот на второй фазе, когда мы в хэм переведем, убежишь в Долоран, тебе хуй кто прохилит. Волшебник. Стопайте по боссу, стопайте, стопайте. Сейчас ждут и дойти до 77. Так. Вышел. Аганист, бей босса пока. Смотрите за откатом. Где-то секунд 15. Сейчас поставим прохиливать и раскаты. Подходимся в мелизону. Поехали, Гера, работаем. Ловко мобов собирай. Бомбот слева бежит. ШП, закливайте их. Могу там войска нет, похоже, вызвал. Вайп упали. Зашли все под босса. Не перевели. А чё за хуйня, я не понял? Где ДПС, блять? Кто-то задремал? Посмотри в рекаунте. Это не рекорд сердца. Не накручивать. А чё, покажите, чё там. И хильте. Батя в топе, блядь. В жопе, блядь, а не в топе. Стоим, бежим. Давно я такого не помню, блядь, чтоб у нас не хватало ДПС, а перевести сердце. Я пил, у меня еще 30 секунд КД даже, блядь, при потика. Так же самое. Эй, бать, пацаны 220 дают по 500 тысяч. Видимо, расслабились все. Не, видимо, все бурсты сдали раньше, чем надо было. Ну, я не знаю, сказал, бурсты не тратить. Рыбу ставь, Егор. Я даже Сандер, блядь, постакал. Это поты, при чем тут, блядь, ты? Ты дебил, блядь, или что? Да он не разбирается, что-то сразу. Я понял. Кулак, дайте повару.
Войт, агонист. Нечаянно, рога тога. Че у вас, нету потов? Дать поты? Да, я взял. Вот, в банк скинул, когда фармил. А нахуя ты в рейд приходишь, блядь? Забываешь пить фласки, блядь, не покупаешь поты. Просто пришел, чтобы быть. Или это какие-то сумасшедшие деньги купить себе стак потов, блядь, на рейд? 200 голды стоит хаспотов стак, блядь. Дички 300, блядь. Пиздец, можно разориться нахуй просто. Все были готовы, столовка, пуляй. Артстайл. Женя, у тебя все нормально? Может, ты в форму прыгнешь? Да не ты. Стопайте по боссу. Выноси, выноси, выноси. Не в рейд, блядь, выноси. Назад отойди, блядь, долбоёб, сука. Прохильте рейд. Ой, блядь. Вася, вынеси. Поднимите этого дебила. Где нахуй, блядь, тебе Артём? Чё, кто-то резал, нет? Вася, подними его. Не сейчас так. Бля. Подходим в мелизону. Сейчас сердце скинется. Срезу вышел. Прохильте, какой молодец. Гера. Отошли все РДД назад. Играем по боссу, пока, блядь, нету искр. Хламоботов залейте, быстрее, люди умирают. Нечаянно поднимай его. Дали бафы по магу, по друиду. Каска, лапа, пристабаф. Босс объем, кливаем. Стали все кучные РДДшники. Порталы поставьте себе в середину. Искра вышла. В искру, в искру, в искру. Еще раз туда уйдешь, я тебе кикну нахуй из гильдии. Все, не поднимай его, там все понятно с этим магом, блядь. Искру, искру. Среза прохил. Венесса, надо считывать тех, кто выносит. Подойди с искрой ближе к мелизоне. Лок, уйди оттуда. Куда ты бежишь, придурок, блядь? Играйте искру. Среза надо бэрить. Я тут не встану. Не успел выпрыгнуть. Бэр срезу.
блядь, почему люди умирают в метках? Ты не можешь кош нажать, Рога? Мораль вышел. Если бы ты нажал, ты бы не умер там. Искру играем. Опять метки, блядь, какого-то размера, блядь, на пол экрана. Что за хуйню они опять начудили с этой ульдой ебаной, блядь? Видно, нахуй, где человек стоит правильно с искрой или нет, блядь? Искру. Поспешил ты тучку, да, сейчас еще сдохнешь, нахуй. Тучку надо отдавать тогда, когда она уже под тобой почти появилась, за секунду до. Искра слева сейчас будет, все в искру. Ой, стинер, подлейте срезу ману. Гем дал. Спасибо. Искру. Настя, вынесешь, не? Вот почему Настя отдала кош и не умерла? В чем проблема? Сейчас с меня выйдет искра резко в нее. Они, блядь, с ульдой сделали такую хуйню, блядь, с этими метками. Это просто пиздец какой-то, блядь. А, нормально. Идеальный вариант. Надо было просто не хилиться и умереть. Когда не появится мет. Да, я уже обратил внимание на Егора. Он когда сдох, это... Заходите в лужу. Нехуй тут бить. Надо ждать Артема, блядь. Сейчас я ему позвоню еще раз, блядь. Он уже должен по времени быть. Если бы, блядь, хочу какать, не отъезжал, блядь. Да он конченый, блядь. А чё не так-то? Два раза сдох в луже, как ебанько, блядь. Метку выносит хуй пойми куда. Он не вдупляет, что черную надо из рейда выносить, нахуй, а белую надо чуть-чуть в сторону, блядь. Чтобы это, нахуй, там вы искал. Конечно, он же с нами первый раз пришел, он не ходил никогда ни в десятку, но... ни куда. Я говорю, он вообще не вдупляет, что происходит. Для него это что-то новое, нахуй. На сердце, линканите, пожалуйста. Чисто для себя понять, кто а может, но... на суху ярит, нахуй. А че легли-то? Не так много мертвых было. Там 3 минуты до берсы и 55% у босса, блядь. Так может нам просто не по карману сейчас его заливать? Не, просто видишь, если раньше типа 2-3 искры и все, больше их не было, то сейчас весь бой будет. Искры выходят в течение всего боя, блядь. Да. Там десятку потно, блин, убить, потому что оно бьет. Да я звоню Рылу. О, слышал? Блять, хуй знает, типа для Эрдру, блять, 2к ДПСа, нахуй. Где можно хилить, да, ебать. Он сдохший просто, ебать. Он два раза сдыхал, как конченый, блять. Я ебу, нахуй. 2 БРа, блять. Он если в суф хилит, так хилит, нахуй. Че, курим или че, Кирилл? Да, курите минут 5-7, сейчас я с Артемом попробую созвониться. Поставьте там таймер. Да идите просто курите 10 минут, до половины. Пойдите сейчас закупите с припотами, всякими фласками, которых у вас не хватает.
Или там заканчивается. Так никто там не хочет линкануть по сердцу, пожалуйста. А я что-то пока вдетался, не разобрался. Тыкаю на это сердце. Так, мага этого сейчас поменяем. Вот этого же суперхила тоже поменяем, блядь. Хилы хреначили по сердцу. Ну я бил чуть-чуть. Мог. Ну там как бы прохил нужен был, мы сели после бомбота. Я все бросил, весь ДПС начал бить. В смысле, хилить. Так, а сколько у нас по 150 ЕП за босса, правильно? Даша, у тебя аддон показывает, на ком черная метка? Ну типа, это, я просто два раза умер, ну ни бабла, ничего. Читуйте людей, которые выносят. Так, сейчас сова будет. И Артема ждем. Сейчас я ему еще раз позвоню, напишу, блядь. Он бухой валяется на обочине. Он на работе, блядь. Ну, ёбан. Почему дал? Корпоратив. Напишите мне потом, я вам ЕП дам. А никто не чекал, там завезли магазин, нет? Да нихуя они не завезли, они, блядь, вечером это сделают, как обычно, блядь. Они вечером, скорее всего, занерфят льду, завезут магазин, блядь, и всю хуйню. Фу, дракон, с ним в рейд ходил, у него этот медведь. Да кто зашел, не Артем случайно? Не. Тёма, если зайдет, будет все четко. Там нормальный шаман одетый. Кирюха, ты заметил, что хочу какать? Женя тоже звать. Да, я уже думал об этом. Это не совпадение. Кирилл, что, время есть еще, да? Магия имени. Да, 5 минут еще есть. Все, сейчас буду. Сейчас, Артём. Где депо с 12к вот это вот? Где наши локи, которые по 12к выдал? Где маги, которые вечно в топе? Что происходит вообще в гильдии? Закончились пацаны БК, ушли БК, блять, фармить. А хули толку, они же один хуй вернутся, неужели они это не понимают? Но? Чего они вернутся? С БК нет. С этого, блядь. Ну, блядь, если они отыграют фулл контент БК, то, скорее всего, они уже там будут жить, блядь, до момента выхода, блядь, лича. Ну, вполне, да. Я просто не до конца понимаю, пацаны ушли сейчас, хотя БК будет 2 числа. Там же вроде... Они же пошли туда почему? Потому что у них нету 60-х персов, понял? Они новых качают сейчас. Так и похуй вообще. Выйдет БК и пойду качаться там за какого-нибудь эльфа, педа эльфа, я не знаю. Ну я не знаю, ну, Максон, они сидят, да, Саня шмах есть 60, они сидят с Саниным магом, качают себе Лока и кого-то еще. Какая крутая затея. Папа. Именно для этого нужно кидать людей и так далее.
План. Тем более, что на старте БК все равно делать откровенно нечего. Ну там, скорее всего, они хотят, я не знаю, ворваться, блять, быстро прокачать профы, может бабла на этом поднять. Я хуй его знает, их не там цели. Ну, может быть. А, может быть, они на этот хотят, господи, на открытие врат выйти. Без там понятия. Же... Я знаю, что там можно, я так понимаю, типа БС купить. Нет. Да. Может. Там есть буст, купи, сразу апнуть себе 58 левел, да 160 баксов. Ну, типа, не так, чтобы много. Если учесть, что БК сам по себе ничего не стоит. Ну, если посчитать, сколько ты въебешь времени, чтобы качнуть этот 58 левел с нуля. Скорее всего, как раз PvP сезон окончится и откроется пик. Ну, по логике вещей, да. Типа через полтора месяца, да. Типа в конце июня? Ну, походу, да. Ну, БКшка это будет как отдельный сервер, получается. Потому что классическая все равно останется. Аркадич, да ну, блядь, это и так понятно, они тут нахуй не нужны. Срез он вообще любит этого пацана, который танцует. Ага, обожаю. Его любимчик, блядь. Да, лучший любимчик. Так как раньше был у меня Кьювикс любимчик, который, блядь, дох на каждом боссе в Наксе по КД, а потом, блядь, мне начал рассказывать, ебать, я ни разу не умирал, блядь. Говорит, один раз было на Келли и все, блядь. Чё-то ник знакомый какой-то. Кьювикс? Да, где-то уже видел. Рога был у нас же, помнишь, блядь? Рога и кот. Да, блядь. Да, все, вспомнил. Который на каждом боссе, рог как конченый, дох как конченый. Потом говорит, да я ни разу не умирал, блядь, нахуй ты на меня пиздишь. Я говорю, тогда понятно, блядь, как бы. То есть я еще, получается, и оклеветал его, блядь, алло. Любому ты только так и можешь. По-любому. Чисто, блядь, напиздел на типа, он равнейший, блядь. Даже лучше, чем, блядь, любой тут среди нас, нахуй. Вот. Тут правильно. Чисто оклеветал. Ну шо, ментяра ебаный, шо, блядь.
Блять, как только у нас в России менты поступают. Ну. 100%, блядь. Хорошо, что они из России, блядь. Вы хорошо. Блять, ну Тёма сказал, час, полтора, я буду. Ебать, прошло полтора. Ну что ты за пиздёж, нахуй? Алё, блядь. Ты куда ебал, получается, чё? Получается пиздобол, блядь. Чё, мне в хила? Да я не знаю, Славчик, ну подожди, блядь. Сейчас ещё, я не знаю, 5 минут подождём, блядь. Если я сейчас пока залетаю, то я никаких проблем за хилом не будет. В 2 эршамы, тем более у Тёмы шама, там 18, 4 куска Т8, там цепухой хилит, блядь, что автомат, нахуй. Я пока бьё, тогда дойду. Давай, давай. Может быть, этот Серёжа, который этот пук дракона, и прав. Может, надо было, блядь, не идти сегодня в Накс, ой, в Ульду, сходить, например, Накс ОКОС, а завтра с завозом шмота и с нерфом уже ворвались, разорвали нахуй. Ну, да, неплохо звучит. Да, звучит интересно. Если бы его завезли точно, прям 100%. Вообще проблема сейчас это сделать, ну на роботе стопнемся, ну и что тут, не сильно лута потеряется. Кстати, тоже охуенная идея, согласен. Ну. Хэ-мод ты только... завтра будешь? Я нет. Класс. Завтра не будет, блядь, троги. Мы с моралью, я думаю, затанчим, блядь. Срез ты будешь завтра? Да. Аркадич тоже говорит, я не знаю, будет он завтра или нет. Утюга убили, нахуй, нормально. Получается, уже топчики, но. Получается, да, блядь. Самый сложный его. Ну хули, я так и думал, что мы квест еженедельный идем делать, блядь. А. Это сильно, блядь. Чисто на виклик пришли, пацаны. Ну, хули сейчас вендора поставят, нахуй, будем покупать, нахуй. 275 ОД, нахуй. Ну да, мне чисто хватит 2 куска себе взять, нахуй, все, думаю, я буду сильным. А тут еще надо, блядь, танка одевать, нахуй, там охуенный шмот на танка. И потом мне будут вопросы, у кого есть 2 куска? Да, да, у кого будет сразу такой 4-й? Третьего нету, пошел нахуй, блядь. Да, 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 да. Ну, в принципе, у нас уже, мы к людям, которым пособирали 4 куска, их просто почему-то нету, блядь, как бы. Непонятно, где смекалка, непонятно, где Арчи. Так еще, блядь, по-моему, просто... это не совпадение, блядь. Да хуя кого нет. Не, нету Эми Вайнхаус. Кого нету еще, блядь, из основных? Не, ну если совпало, то слава богу, блядь. А если не совпало, блядь, это же вообще печально. Жека, у меня 3 куска. И, наверное, у тебя есть эти 3 куска, которые будут у NPC, да? Голова, грудь. Я почему-то даже не сомневался, Женек, что у тебя... А, 226 или какой-то? А у него 26 башка и 26 грудак уже есть. Как бы. Ему не, это ну... не поможет. Промышленный наход. Блять, рыло, рыло, блять, где ты есть, нахуй, Артемон, блять. Тёма, давай раздупляйся, тебя одного ждем, блядь. Голосовушечку записал, блядь. Да пребудет с тобой свет. Да благословит тебя. Литература есть в DC Online, но нам ничего не поможет. Ну чё вот этот Шивульпа совсем бомж? Хуёво дамажит, да?
Там не нужен, блядь, сюда пристали кто-то. Нужен либо, блядь, сильный эрдру, либо сильный шаман. Либо сильный ДЦ, и мы спекнем Дашу в холле приста. Ну, что-то в литературе нормально ДЦ зайдет. Который говорит, блядь, я не видел мину, потому что щитом не доставал. Нихуя, я успел, ебать. Давай, быстрей, блядь, ты заебал, нахуй. Ну все, теперь пока он заходит, я успею. А вы меня перепутали, я не тот Артём. А я знаю, что это Артём. Только не тот, который нужен. Я ужин успею сделать? Я хуй знаю. Успеешь, я в магазин успел сходить за сигами, и очередь даже отстоял. В маске, блядь, стоял? Нет, зачем? Ну, зараза к заразе не липнет, да? Настя, что это у тебя за трансмут? А? Пиздец, что это за трансмут у тебя на быке? Это мой сет, роги. Это пиздец какой-то, блядь. Пиздец полнейший. Такое ощущение, что ее, блядь, горячей кочергой в голову прижгли, нахуй, она еще горит до сих пор, блядь. Это просто пиздец. Ну что я делаю? Ну такого дерьма нахуй я не видел, блядь. Поэтому у меня луна стоит. А где хоть какая-нибудь накидка, блядь, чтобы этот срам прикрыть, блядь? Какой срам? Да любой, блядь. Да все нормально. Вуали, ебать. Я же не на эльфеечке. Вот этот, вот такую себе возьми, нормальная тема. Не. Сейчас покажу. Ебать, там серьезный разговор идет в чате, блядь. Какой, какой? За ПВП-шмот? ПВП-шмот, да. А, я видел, видел. Ну, серьезно, ребята тут собрались. Вату не катают. Знаете, я что сегодня делал? Дрочил? В первый раз сам двигатели запускал. Какие? Какой, блядь? Чтоб лифт поехал или что? На самолете. На самолете реально? Да. Ты что? Через два месяца летать буду. Так а что я не помню, запускал как где? Закинули, блядь, в турбину, и ты там бегал, как железный человек, нахуй. Ну да, ебать. Как в колесе мыши бегают, ебать, я так же раскручил. Ну это нормально, блядь. Так что ты реально на пилота учишься? Ну не, в смысле, я борт-инженер. Вы тебе ходите, нахуй, оглядывайтесь, блядь, не летит там нихуя, блядь, точнее, не падает, блядь. Я управляю тупо движками, короче. Да серьезно, блядь. Один в одну сторону дует, другой в другую, блядь. Крылья оторвало, нахуй, все торпеда. Сидит, управляет. Так а что ты говоришь? Я сейчас тебе покажу, блядь, и что? Где покажу? Настя. А-а. Я ж диски, да. Куда? В Дискорд, чат. Вон там у нее корова с месяцем. Куда, в общий? Ага. Угу. Ну, паладин у меня, конечно, покруче одет. Я говорю, накидку, блядь, тогда скинул. И что ты за хуйню скинул? Накидка твоя страшная. Страшно у тебя вот эта луна ебаная на голове. Вот это страшно. Нормально. Это лучше, чем та голова. Не, это понятно, что лучше, блядь. Ну, там очечки себе какие-то секси купить, блядь, не? Со стразами. Не, мне луна нравится. Ну, кстати, там повязка, очки на черном рынке продаются. Да, я видел, там очки со стразиками продаются. Ну, как раз есть, подойдут. Ну? Ну, и белая повязка на глаза, типа ниндзя какой-то, блядь. Да, именно ниндзя Анастасия, блядь. Алло, блядь. Для Роги. Рога, Таурена. Сейчас я паладина скинул, кстати. Чисто ниндзя, блядь. А вот там другое дело, паладин. Блядь, Артёмка, где ты есть? Ёбаный насос, блядь. Жоп, где ты был, блядь? Пиздец. Вот, слушай, сообщение не записал голосовое. Алло, здорово, не слышал, бля. Братан, на работе пиздец, заебали нахуй. Я уже второй день просто, я даже не заходил в чайвовку, блядь, не видел, что там вообще у нас происходит, когда... А ты... Я, знаешь, через сколько, через часа полтора... Блядь, ну вы уже там дохуя закроете без меня.
Да, да, блядь. Раньше, короче, полтора часа это точно. А ты ему там, полтора, сука... Полтора часа это точно. Это было час 05. Час 2.40, ебать. Ну, блядь. Полтора часа, типа, блядь, я буду. Час полтора мне до этого писал, блядь. Ну и шо, где ты, нахуй? Ну, пиздец, тебя кинули, нахуй. Получается, наебал, нахуй, блядь. Скажи, где ты 8, сука? Кто отрабатывать будет? Где тут он, сука, у меня в Дискорде, блядь. Ох, Артём, блядь. И литературы нету, блядь. Так бы он мог хоть подъехал, ему въебало дал. Ну чё? Он ПВП гонял днём со мной. Нет, то, что он заходил, это днём я знаю. Я имею в виду то, что он этот. Они ж там вместе где-то рядом живут. Вместе бухают. Не исключено. Лёха ж любит, блядь, любитель костра и песен, блядь. Да нам хотя бы, что сейчас Артём зашел, мы убили в Хэме, блядь, робота, убили в Изи собрание, Калагарда убили и кошатницу. Если что, тогда на завтра оставляем просто хранителей и генерала Йога, блядь. Хранителей мы там Изи разъебем, тем более, если будет завоз по шмоту, я думаю, мы и Фрею в Хэме ебанем. Видишь, непонятно, что дальше будет. Тут они нахуй вертели, что-то пиздец. Ну, блядь, это да, тут сложно, нахуй, сейчас я сразу назад. Причем об этом они даже не писали, да, типа, что что-то изменили? Не, писали вчера в Дискорде. Там они писали по ХП, типа, по ХП. Так обновление. Да, но еще не было, еще много. Да, как обычно, блядь, ждите в среду, нахуй, ДХ, блядь. А что, ДПСера никакого нету гильдии взять, блядь? К сожалению, нет. Сука. И Фарина хороший шам же, блядь. Не знаю, Валера там. Ну, у него Эршам слабее намного где-то, чем Элем. У него Элем более-менее еще одет, Эршам слабенький. Я ему как-то щит отдал за десятки, блядь. 232. То есть он как бы должен был затащить, да? Да. Тупо считал, блядь. В натуре, блядь. Кидал бы в босса его. Сердце бы сбивал пол хп. Валер. Так, босс это паладина, нахуй. Фрота. Да-да. У меня какой-то... А, ты там, это, я не пойму нихера, где ты находишься. Там, у тебя шамик хил, этот, слабенько дед хил, да? Ну, 208 как бы. Ну, типа, если умеешь играть, он нормально должен давать. Какой там шамы силы, блядь. Сипухи только на топы, типа, доставать и все. Палы сосо должны делать. Проблема не в том, что там хилить или не хилить. Тут проблема в том, что надо хилить в течение всего боя, и как-то быстро заканчивается мана, блядь. Вот это хуёво. Престов, гимнов, ебать, 3 штуки, нахуй. Сколько там еще? Да, у нас 2-3 гимна, есть 2 этот... Два получается тотема будет на ману. Да, блядь. Будет вообще заебись. И эрдружки есть вроде. Поэтому я и хочу, чтобы Артём, блядь, раздуплился, блядь, и было все классно, блядь. Сука, ну шо же он так подставляет? Где он там? Я не пойму, это совпадение или нет, что у него собачка на аватарке стоит, нахуй, в телеграме, блядь. Или он собака сутулая, блядь. Ну он же и прозван гав-гав, ебай. Мне вот эта часть больше нравится. Сейчас вырежу. Что вы делаешь? Как скучно. А ну-ка, сейчас будем делать селфи с гильдии. Блять, я отхожу в сторону его нахуй, блять. А я за тобой. А я вот так просто убегу, блять, отсюда, так в стену, блять, нахуй. Сейчас мы ее какашек повесим, чтобы. Во-во, два угла, смотри, что творят, блять. Вдвоем уходит. Все, смотри, я просто. Я спрятался нахуй, блять. Фоткай меня, блять. Стой, где?
Ай, ё-моё, не залезала. Смотри, вырезал. Я вот тут вот еле-еле пролезла. А что это закрыли уроки? Я ебу нахуй. Нормальные. Трансманьяки, блядь. Ебать. Я лучше спрятался. А эти крылья в прыжке с высоты помогают? Мораль, смотри, как надо прятаться. Вот, просто в дверь заходишь и говоришь, фоткай меня. Чисто магия вне Хогвартса, блядь. Опа, блядь. И вы там все занимаетесь. В мусоре копаются. Приходи, показывай. Не видно же. Так можно и съебаться по-тихому. Смотри, понастиночка, и ушел, блядь, ебать. Ой, блядь. Ну шо там, не отвечает на телефон? Да нихуя он не отвечает, голова ебаная меня. Чё, может быть, наверное, там? Попробовать тройнуть там с кем-то, да я хуй знаю. Мы можем, знаешь, что сделать? Спекнуть Валерку в хила и можем добрать, я хуй знаю, Зумара. Зумар. Там вот маг уже тактику почитал, все знает. А, ПВП научился играть, пообщавшись с людьми из гильдии, да? Выбор-то невелик. Ладно, раздупляйтесь, выходи с АФК. Валера, спекайся тогда. Так, контрольная специя. Шкаф. И ужин будет тушиться во время РП. Поставьте шкаф. У меня есть очень серьезная проблема, у меня заканчиваются стики. Осталось всего 6 штук. Блять, это на улицу идти, ебаный, блядь. А до киоска еще шарашить. У меня киоск, блядь, метров 12 от подъезда, не меньше, блядь. Далеко. Да вот тоже, блядь, не близко, на. Еще в очереди постоять. Да не, на этом очереди нет, блядь. Ну не сегодня, Кирюх. Сейчас пойдешь, будет. Спасибо. Смотрели, бля, пятый элемент, как ему там на корабле мужик подвозил хавчик, нахуй. Да-да, так и нам надо, нахуй, блядь. У меня как раз высоко, блядь, 9-й этаж. Нечаянно. Порточку закинул, но. Ну, у меня, говорит, есть две новости, хорошая и плохая, блядь. Да. Влад, заходи. Асмодей, Агонист, выходите с АФК, подходите сюда, кушайте рыбу. Сумонимся. Кого там надо засумонить? Шкаф поставьте. Пилот, блин, один отсутствует, два нахуй АФК, заебись мне. Никита, прием. Знаете, еще вот так вот хотел бы сказать, не знаю, услышите, нет, но мне как бы похуй, я просто скажу. Вот ретрики у нас нормальные, пацаны, все подхиливают флешками. Если вы выносите назад сюда к воротам, то хуй вас кто когда подхилит, может хил уронить. Если вы выносите вот от ретриков, от мелизоны метров 30. Пожалуйста, метки, у меня просто, блядь, из-за эксперла не ставятся эти 3D метки. На тебе стоит ассист, поставь лево-право, блядь, метки, чтобы люди понимали, куда выносить. Шкаф поставили, сумоньте всех. Ну вот, допустим, сюда черные выносите на такое расстояние. Да, может даже чуть ближе. Тут стоит босс, примерно. Ну, примерно. Эту, как она называется, желтую искру. Вот так вот, недалеко, чтобы ее сразу милики начали бить. Искру все выносят в крест. Ни назад, ни вперед, ни налево, ни направо. Бегут в крест. Забафайте нас. Это я к тому сказал, что если, допустим, этот маг где-то вот в районе звезды был, ретрики бы до него флешки достали. Мы ж подхиливаем, блядь, помогаем же хилам, блядь, по 100 тысяч захиливаем. Люди не... Айзер, тебя одного ждем.
Да, я только сейчас понял, что даже неплохо доможу. Новости от пацаны. Поставьте еще раз, пожалуйста. Бафы по локу давайте. Я лучше трансмок придумала, Войд. Посмотри. Так, смотрите, срез Валера, там, когда ставите тотем, говорите там, кому поставить, кто точнее даст гимн на ману, либо Агонист, либо Егор по очереди, чтобы не было такого, что там все сразу въебали, а потом вы говорите, ебай, мы сухие. Фласочки перепивайте, кто там, блядь, в себе не уверен. Столовка, совку, шите рыбу. Бесплатно? Так какой бесплатно? Давай, блядь, бабки все в ГБ закидывай. Какой нахуй бесплатно? Но вы говорите, если нужно на подхил дать. Не на хил, а на ману, понял? Они поставят тотем, все а вы гимн на ману, понял? Чтобы залить ману. Ну, скажут, тотем поставил и гимн дам первый. Потом, кто у нас, Клондайк? Ну-ка, забафайте, пристабаф ему там. Ну вот, мало. 19 часов будет вандер. 7, да? А где написали? Ну, только что Аверн линканул. Да он наебал. Куда линканул? Белый чат, типа Дизурану сообщение. Да он наебал всех, блядь, ребята. А что такое ПС? Вечера, что ли, или что? А. Значит, письку сосите, блядь, ПС, блядь. Асмодей, Лоя, Пук Дракона, Эфарина. Все были готовы, столовка, пуляй. Защита природы стоит? Не вижу. Тотема защита от сил природы стоит. Столовка на тебе, это гравитационная хуйня. Милики, пару шагов назад чуть-чуть дайте. Фрейм большой, можно бить и так. Чтобы никого не зацепило. Нечаянно. РДД, станьте кучненько одним кемпом, чтобы выносить было проще. Чтобы никого не коцало слева, справа. Нечаянно, возвращайся обратно в рейд. Так, стопайте по боссу. Стопайте, стопайте, стопайте. Ждем откат. Агонист, бей пока. Неплохо. Да. Нечаянно он тебя не взбил. Прохиливаем раскаты. Подходим в мелизону. Сейчас падает сердце сразу. Припотики, бурсты, вся хуйня. Вынес. Поехали. Откинь их. Что, не успели, блядь? Нет. Нет. Чемчик не успели. Ты с ним, да, блядь. Пиздец. Подходите в мелизону, бумботы найдут, умирайте все. Опять кто-то в хаспотике не пьет, блядь. Я даже Сандер, блядь, настакал. А ну линканите по сердцу. А, ну сейчас лежит. Сейчас его еще бьют.
сильно по сердцу не защищаете, умрите прям. Я сейчас вообще не бил на него. Рандом опять. Ладно, сейчас переведем, да это ж переводили. У нас, блядь, локи в топ вырвались нахуй, а толку меньше стало, блядь. Ну ты же видишь, оно как напрукает, блядь. Тут нету такого прям стабильно, блядь, давать овер дохуя ДПСа, блядь. Да сейчас только что, блин, на второй раз появился, на нем еще набили урона. Не тратьте бурсты поначалу, когда мы начинаем его убить. С него слишком интересно падает, лучше по его, блядь, убивать в изюмоте. Там бисовые запы на РДДшника, блядь. Перчатка 39-я, там, или на ретрика, или на хантов, кому там. Ну, сложим до определенного времени. Если там за полчаса не убьем, то пойдем в изюмот. Время еще дотерять. Ну, я не знаю насчет время терять или нет. Лучше тогда уже, блядь, потом завтра пересобраться, убить его по-человечески, блядь. Ну, в принципе, сейчас за хилами так вижу, проблем никаких нет, все классно. Ну просто еще до второй фазы не дошли. Ну, ничего, переведем сейчас, не парься. Кушайте все рыбу. Пока он там стоит. Мы его до этого сердца убивали, у нас еще 15 секунд оставалось. У нас, блядь, первые КД только мы ходили впритык, там, блядь, оно убивалось. Потом вообще катали как вату. Правда, я рогой почти там подлям нахуй в него садил. Там нормально. Ну, я 4 ты даешь. Столовка. Столовка. О. Кому ты истерию даешь? Вопрос задали. Роги. Хорошо. Чё? Хорошо. Ну, пуляй. Давай по морали истерию сейчас на сердце. Ебать, это сложно, на. Не интересно. По фокусу сделай и все. Ебать. Сейчас, когда мы подстопнем, перепиши макрос или просто в таргет его, блядь, возьми, нахуй, дай в него истерию. Это нажать одну кнопку, блядь. Он по сердцу залетает больше всего от него. Ну, у меня рогой было, по-моему, 890к, блядь, рекорд. Срез, блядь, алло. Не понял. А, он возле меня взорвал. Классно. Ну, а чё ты там стоишь? Вот скажи, в чем проблема стоять со всеми? Забафайте шамана. Каска, лапа, пристабаф, вся хуйня, быстро. Каску вижу. Не вижу ни пристабафа на нем, ни МП5, ничего другого. Стопайте по боссу. Среза забафайте на фул. Так, шпшка, бей босса. Оба шп бейте босса. Прохиливайте рейд. Один процент и сердце упадет. Подходите в мелизону. Войд вынес. 100к, сердце упадет. Готовимся. Припотики, гера, вся хуйня. Сейчас надо сделать... Вынеси. Сейчас падает сердце и на все бабки хуярим. Давай. Бля. Yeah.
Не успели, блядь, опять? Блядь, 200к, сука, блядь. Ушли оттуда, сердце. Ой, блядь, идите сюда к ламоботам этим ебаным. Ушли от босса отсюда, умирайте нахуй в них. Ну-ка там, там только бомбот взрывается, по ламоботу-то не бьют. Да похуй, пусть сердце не бьют. Линканите мне урон по сердцу. Ну, типа, мало. Ну, типа, мало, блядь. Вар этот ебаный не дамажит нихуя. Ну ты силе не дал, да? Мысли, блин, что ты начинаешь что-то вот? Ну, в прям, ты задавал истерию? Сразу, блядь, истерию, конечно, конечно. Слабенько по сердцу заехали. Ладно, сейчас тогда на 78 стопнем, чтоб шипы тоже не тратили проки, блядь. Сейчас тройнем еще разок, я думаю, уйдем. Убьем. Уйдем. Да. Ебать, с каких пор мы перестали его в ХМ переводить? Вообще сейчас, блядь. Блядь, ну потому что нету сильных людей, которые, блядь, играют, которых мы одели. Где нахуй, блядь, этот... Арчи, где какой-то спикалка, блядь? Так-то я согласен, да, это абсолютно верно, блядь. Шмот мы лутали и ушли на другой стиле. 23-й хант, блядь, нахуй, который одетый почти, блядь, ну, не знаю, там, бисовый, не бисовый, но у него, блядь, 70% шмота охуенного, блядь. Ушел, блядь. Арчи, блядь, который тоже, блядь, заряженный, блядь, у него 4 куска, 3 нехорошие, пушка, блядь, вся хуйня. Где он, блядь? Нету. Согласен. Саша, понятно, Максим, понятно, литература. 5 человек, только тех, которых я помню, блядь, которых нету. В литературе, который кричал, зарядите в меня 39-й посох, я буду ДЦ-шить нахуй, блядь. Че, у пацана получается, не? Судя по всему, не очень, блядь. Нахуй, что происходит, блядь? Да, есть такое. Почему у вас нету комбат-спека, блядь? А чё вот нечаянно, например, пушка на хила делает? Вот вы мне объясните, носовой это пушка нахуй не нужна? Ну если нет, другой ничего. Нету, блядь. Это типа была бисовая, блядь, пока был Накс. Хуй знает. Скриптом. Другой нету, блядь. Есть, которая другая скриптом, но она слишком мало дает этого. СПД. Да. Ну хоть глаз про матери есть. Да. Настя, пойди сделай себе комбо там в натуре. Ох, сейчас. Это долго, блядь. Это будет долго, надо спину в базу пособирать. Пизду, не надо, отменяй. Давай, ну я сейчас на комбо-то зайду, не будет миликрита, блядь. Давай, зайду. А что, кота нету? Вообще нет варианта ни у кого спекнуться в кота. Нету котов, блядь, у нас. У нас вообще нет. У нас Рестит был дел. Один топовый кот, но он в бане. Он через неделю вернется. Ну, я надеюсь. Изино. Надо, но. Ресните до этого лока или ресали уже? Он отошел, написал одну-две минуты.